Бег против сигарет. На лыжно-роллерной трассе прошел спортивный праздник, приуроченный ко дню отказа от курения табака. Организаторы праздника, региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи, от разъяснений о вреде курения решили перейти к практике. Вместо курения – вечерняя зарядка. Фитнес-тренировка прямо на лыжи-роллерной трассе. Выступающих за здоровый образ жизни собралось немного. Но это, отмечают организаторы, уже хорошее начало. Мы против того, чтобы курить. Мы за здоровый образ жизни. Мы призываем к этому всех. Надеемся, что вот в этом году мы первый раз такую акцию проводим. Да? Надеемся, что в следующем году у нас будет достаточно больше участников. Но это уже хорошее начало. Это уже не два человека. Пятиминутной разминки вполне достаточно для того, чтобы сделать вывод. Спорт – это лучшее средство от стрессов, которым, как правило, и прикрываются курильщики. Веселая компания, свежий воздух и азарт преодолеть собственную лень делают свое дело. Несложные упражнения выполняют даже дети. Организаторы мероприятия посчитали, что такой метод действия будет гораздо эффективнее простых разъяснений о вреде табака. Ведь только на собственном опыте можно убедиться в том, что спорт дает куда больше радости, нежели курение сигарет. Пришли к выводу, к определенному, что простое раздавание листовок и нравоучение, что курение зло, алкоголь зло и все остальное, это нужно отходить от этого формата и переходить к реальному действию. Вот сегодня Кирублин, надеюсь, не комом, который является тем самым действием. Я думаю, мы не в последний раз встречаемся на спортивном объекте. После небольшой зарядки выход на старт. Впереди 1,5 километра, которые каждый преодолеет в силу своих способностей. В борьбе за здоровый образ жизни все средства хороши. Кто-то на велосипедах, кто на роликах или скейтах, а кто-то просто в кроссовках сделал усилия над собой, доказав самому себе, что спорт – это жизнь. Мария Владимирова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».